Стать обладателем автомобиля Серик Искаков даже не мечтал, когда в доме Серика раздался телефонный звонок и приятный голос сообщил, что именно он стал обладателем новенького автомобиля, молодой глава семьи принял это за розыгрыш. Ощущения, эмоции просто замечательные. Ну, не каждый день выиграешь автомобиль ведь. Автомобиль просто шикарный. Стать обладателем дорогих призов может любой клиент торговой сети «Эврика». Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо приобрести карту Smart Bonus и товар до 10 января 2016 года на сумму не менее 50 тысяч тенге. Мы подвели итоги первого тура нашего замечательного розыгрыша, в котором разыгрывается огромное количество призов, три наших суперприза автомобиля. В этом году мы решили сделать его более интересным для наших замечательных клиентов. Решили разделить его на три части, чтобы наши клиенты видели, что наш розыгрыш максимально прозрачен, что есть реальные победители, и у них оставалось время еще в нем поучаствовать. Компания «Эврика» не перестает удивлять своих покупателей. Уже 26 декабря и 23 января пройдут розыгрыши ценных призов. Суперподарками станут сразу два автомобиля.